12 декабря в Хасавюрте состоялось торжественное открытие нового фирменного магазина керамической плитки «Империя керамики» при непосредственном участии представителей городской администрации, председателя общественной палаты и средств массовой информации, что еще раз подчеркивает важность данного события. В частности, для администрации города, для муниципалитета, это один из посылов, один из дружеских подать, потому что это налоговая составляющая, это рабочие места. Право перерезания символической красной ленты было предоставлено заместителю главы администрации Хайбуле Умарову, владельцу компании «Империя керамики» и владельцу группы компании «Империя керамики». Прошу всех в магазин. Двери открыты для всех вас. Новый двухэтажный магазин впечатлил многочисленных посетителей и почетных гостей прекрасной организацией торгового пространства и его функциональностью, позволяющей представить в полном объеме весь ассортимент. Особого внимания заслуживает большое количество интерьерных кабин, демонстрирующих готовые решения с использованием керамической плитки, керамического гранита, мозаики и декоративных изделий с образцами сантехники и мебели для ванных комнат. Я приехала из Чечни. Услышал, что здесь нормально этот выбор большой. Приехала, чтобы дома свои украсить, как бы закончить дома, строительство, как бы. А выбор большой, сейчас пойду поищу, очень красивый кафель, все нормально. По словам владельца компании «Империя керамики» Умарасхаба Умалаева, посетив магазин, каждому покупателю предоставляется индивидуальная профессиональная консультация. Специалисты создадут бесплатный 3D-дизайн-проект, позволяющий клиенту учесть детали собственного помещения и сделать более точный и правильный выбор. Также клиенты могут воспользоваться услугой доставки и гибкой системой скидок. Где-то 10 лет тому назад я начал, вступил в бизнес, кафельный бизнес, и потихоньку, пошло развитие, в первую очередь, посредством наших друзей, инвесторов, имеется в виду моих компаньонов. Кафельный бизнес, он очень трудный бизнес. Здесь требуется огромные территории для складов, здесь требуется огромное количество транспорта, погрузчиков, рабочих. Очень много что требуется здесь. Специализированный магазин «Империя керамики» в Хасавюрте занимается оптовой и розничной продажей керамической плитки, керамогранита и тротуарной плитки от российских и зарубежных производителей. Также имеются в наличии сопутствующие материалы, строительные смеси, сантехника, мебель для ванной комнаты. Поздравить с открытием владельца компании прибыли представители различных фабрик-производителей, являющиеся основными поставщиками продукции. Наши дома, красоту, уют, комфорт и с моей стороны, с нашей продукции, это красивый итальянский дизайн, который вы всегда здесь можете найти, увидеть в шоурумах «Империи керамики». Слова поздравления, процветания и пожелания успеха во всех начинаниях прозвучали в адрес руководства и всего персонала магазина от близких и родных. На одну копейку я могу подгадать, и это не та сторона друг друга не обманула. И вот это честность, взаимопонимание, доверие друг другу привело вот этому всему. Поэтому вы тоже, где бы вы ни работали, что бы вы ни делали, открытие прошло в теплой дружеской атмосфере. Для всех пришедших на праздник были накрыты столы с угощениями, звучала музыка. Кульминацией всего праздника стал розыгрыш призов. Хочу поблагодарить всех, кто здесь работает, владельцев этого здания. Они очень добрые люди, часто помогают многим, лично мне даже помогли. Поэтому огромное спасибо им. Открытие подобных магазинов являются необходимыми инвестициями в экономическое развитие города, что немаловажно, создает рабочие места. Так, по словам руководства компании, на сегодняшний день в магазине работает более 20 специалистов. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».